В администрации Выборгского района обсуждалась организация нового ритуального комплекса. Презентацию по обустройству будущего кладбища провела проектная организация. Погост расположится в 15 километрах от Выборга, на территории Селезневского сельского поселения. Он будет значительно отличаться от места захоронений советского периода. Одним из основных требований администрации района является соблюдение современных стандартов. У нас будет кладбище с сохранением традиций наших российских. В то же самое время будет упорядочено, то есть будет сделана сеть дорожек. Эти дорожки будут ограничивать непосредственно сами захоронения, и не получится у нас на будущее, как вы сказали, чехарды. Перед проектировщиком стоит задача сохранения естественного рельефа местности. По плану на территории нового кладбища предусматривается зеленая зона, аллея славы и колумбарий. Места захоронений будут оформляться в едином стиле, без использования оград. Со стороны Выборга мы подъезжаем. Здесь обустраивается парковка для автомобилей, парковка для автобусов и площадка для того, чтобы граждане могли собраться. Эта площадка является началом движения непосредственно на само место захоронений. И рядом с парковкой, с площадкой находится административно-хозяйственная зона. На административно-хозяйственной зоне также предусмотрено место под строительство часовни. Новое кладбище будет включать в себя три участка – от 3,5 до 17 гектаров. Планируется, что на освоение первого площадью 7 гектаров уйдет порядка 6-7 лет. В настоящее время уже проведен комплекс экологических изысканий. Осуществляются проектные мероприятия. По периметру обваловка сделана. Ну, да, по слипам положена, да, обваловка, да, территории. То есть никаких, да, ни сточных, ни еще никаких вод. Ну, все сточные воды у нас будут в дренажные канавы, и плюс они будут потом уйти в локально-очистные сооружения. Оттуда уже на рельеф. На новом погосте предусмотрены участки для захоронения почетных граждан Выборгского района, усопших разных религиозных конфессий, а также безродных покойных.